В Кировском районе Самары 29 школ. В этом году путевку в жизнь здесь получили 900 мальчишек и девчонок. 148 из них закончили школу с медалями. День выпускника в этом районе проводится много лет. Инициатива «Чествовать лучших» принадлежит спикеру губернской думы Виктору Сазонову. Вы все эти годы учебы в школе доказывали свою состоятельность. И вот на этом историческом отрезке для себя времени вы доказали, что вы лучшие из лучших. Вы продемонстрировали свой талант. Вы продемонстрировали силу воли. Вы продемонстрировали высочайшее трудолюбие. За праздничными хлопотами прячется тревога о будущем. Ребята ждут результатов ЕГЭ и беспокоятся, смогут ли получить выбранную профессию. У многих есть желание остаться работать в родном городе. Тут как-то все свое, семья, друзья, но, к сожалению, не все вузы, можно так сказать, могут дать нам такую возможность вернуться. Но было бы очень хорошо, если и работа тоже тут будет. Глава Кировского района Игорь Рудаков сказал выпускникам, что они очень нужны своему району. Он уверил ребят, что пока они получают знания, администрация успеет подготовить для них отличные рабочие места. Инесса Панченко, Станислав Левин. События.